цыганы. Таких имен я никогда не слышала. Олега, Земфира и еще Старик. Я стариков знала только одного. Сухорукова Осипа, второрусский богатель, у которого рука отсохла, потому что убил брата огурцом. Потому что мой дедушка Мэйн не старик. Потому что старики чужие, живут на улице. Живых цыган я не видела никогда. Я только слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что когда ей подарили серьги, и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет. Но вот, вот совсем новое слово. Любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке, никому не говоришь. Любовь. У меня всегда было жарко в груди, но я не знала, что это любовь. Я думала, у всех так, всегда так. Оказывается, только у цыган. Олега влюблен в Земфиру, а я влюблена в цыгана. И в Олега, и в Земфиру, и в Мариулу, и в того цыгана, и во все эти странные слова, которыми все это рассказано. Пушкин меня заразил любовью. Словом, любовь. Ведь разная. Вещь, которую никак не зовут, и вещь, которую танцем. Когда горничная походу сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, а он потом жил у нас 3 дня под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся, это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что уедет от нас в Ригу и никогда не вернется, это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся, это любовь. Когда Роза Вагазова с нафталинных парижских кукол после перетряски опять убирают в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что больше их никогда не увижу, это любовь. То есть все вот это от рыжего кота, от Августа Ивановны, от барабанщика, от кукол жжет. Так же и там же, как от Олега, Земфиры, Мариулы и могилы. Тебе какая кукла больше нравится? Тетина Нюрнбергская или Креснина Парижская? Парижская. Почему? Потому что у нее глаза красные. Мать угрожающая. Что? Я спохватываюсь. Я хотела сказать страшные. Мать еще более угрожающая, то-то же мать не поняла. Мать услышала смысл и, может быть, вознегодовала правильно, но поняла неправильно. Не глаза страстные, а я чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами и розовым газом, и словом «Париж» и делом «Сундук» приписала глазам. Не я одна, все поэты. А потом стреляются, потому что кукла не страсть. Все поэты. И пушки.